Обеспечить максимальную защиту законных прав и интересов жителей автономии. Итоги 2021 года подвели в региональном ОМВД. В работе коллегии приняли участие представители органов исполнительной, законодательной и судебной власти, руководители правоохранительных структур и всех структурных подразделений регионального полицейского ведомства. Благодаря активному межведомственному взаимодействию и сотрудничеству с органами власти в ушедшем году удалось добиться существенных результатов в борьбе с преступностью. Профилактические меры позволили почти на треть снизить число краж в информационно-телекоммуникационной сфере. За обозначенный период выявлено более 380 наркопреступлений, изъято более 200 килограммов запрещенных веществ. В целях повышения эффективности проводимых мероприятий по противодействию росту уличной преступности управление на постоянной основе проводит работу по вовлечению хозяйствующих субъектов в деятельность по установке средств видеонаблюдения в целях их дальнейшего использования в профилактике раскрытия преступлений. В настоящее время на территории области системами наружного и внутреннего видеонаблюдения оснащено более 1000 объектов различного назначения. Участвующий в работе коллегии глава региона Ростислав Гольдштейн поблагодарил руководство ведомства и его сотрудников за отличную работу. Хочу отметить безупречную вашу работу в период наводнения. На самом деле не допустили мародерства. Люди видели, что власть с ними, вот с Александром Геннадьевичем, с Зурбек Магомедовичем мы проехали тысячи километров по области и практически каждый день были вместе с людьми и видели, что происходит. Я хочу вам также поблагодарить за высочайший профессионализм в период проведения избирательной кампании. Также на заседании поощрили сотрудников ведомства, показавших высокие результаты в служебной деятельности. Им были вручены благодарственные письма начальника областного ОМВД, губернатора, регионального парламента, первые и очередные специальные звания. Ольга Киселева, Павел Славин, Новости 21.